Сегодня 17 февраля, я нахожусь на выставке «Текстиль Лекпром», стенд компании «Глора». Компания из Латвии, партнер нашего журнала недавний. Это Роман Сенкевич, владелец компании, Ольга дизайнер, Анжела менеджер. Ну вот сейчас расскажут о своей прекрасной продукции, чем она отличается, от какие отличительные особенности, почему ее надо приобретать нашим владельцам розницы, которая находится сейчас в не очень хорошем состоянии. Рынок сложный, но ваша продукция, я надеюсь, удовлетворит их чаяния. Ольга, рассказывайте, показывайте. У нас есть всего лишь 3 минуты. У нас используются коллекции ведущих компаний-производителей: испанские, итальянские, французские материалы. Все мы сейчас после выставки, которая была в январе в Париже. Погромче немножко. В январе в Париже была выставка, и сейчас уже мы сделали коллекцию, в основном использовали принты. Эта коллекция у вас лето? Лето. Лето-осень. Переходящая, лето-осень. Да, осень. Красивая осень. Да. Самые популярные в этом выставке пользуются спросом очень оригинальный принт. Купонного типа, да. То есть вчера у нас были уже... Купонные, вы объясняете, что это цельный такой рисунок. Купон, да? Который вот используем, как будто это индивидуальный пошив. Ну, кружево раскладки, закройки это происходит, вот. Да, как кружево. То есть ткань... Это полотно имеет такой вид. Ну, а здесь оно сшито ведь? Да, сшито. Но вот если мы посмотрим как на полотно... В трусиках, да. То оно как цельное, да. И точно так же очень интересно играет вот оно в изделии. Да, еще ценовой уровень, скажите, от и до у вас. В Москве цена. В Москве цена, скажем так, за бюстгальтер такого типа от 500 до 800 рублей. 500-800 рублей. Да. Так, а где лучше приобретать людям? Куда обращаться? Напрямую лучше? Данные коллекции уже раскуплены эксклюзивными нашими. Ну, раскуплено оптовиками или кем? Или магазинами? Сеть магазинов, ну, под их брендом мы продаем, да, то есть получается, мы производим, мы предлагаем коллекцию и предлагаем эксклюзивным покупателям, у кого-то сеть магазинов, у кого-то дистрибьюторская сеть. Ну, так вот, простому человеку смертному. Сейчас, смертному, да, который его понравится ваша продукция. Нет, но есть подразделение и оптовые. Да, даже у этих же марок есть. То есть надо обращаться к вам, а вы уже направите, где это можно купить. Именно так. Естественно, да. Именно так. Да, координаты есть у нас в журнале, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Что еще? Вот это вот такие принты современные. Да. В основном у нас после Парижа вот именно принты. Появились современные принты. После Парижа. Это мы тенденция очень быстро, такая. Быстро да? отреагировали, буквально в течение 2 недель. Не, ну мы вообще любим принты, скажем так. То есть изначально город базировалась на чем? Классические конструкции, вот. Очень хорошие конструкции, удобные в посадке, да, но больше классического плана. Размерная шкала какая? Винтажная вот эта коллекция. Винтажная коллекция. Размерная группа у нас до... В основном такого плана коллекции до сотого D. До 100 D. 70 B, 100 D. Ну, иногда говорят, что трусики относительно бюстгальтеров стоят довольно дорого. У вас как соотношение? В принципе, комплект у нас в коллекциях, скажем, тоже это дорого, потому что большой расход идет, полотно дорогое, полотно качественное. Ну сколько они, 400? Именно трусики? Да. Да, именно так. 400. Сам комплект в пределах сколько? Комплект в пределах максимальная цена 1200, я так понял. В любом случае, при индивидуальном подходе, да, мы ищем варианты все равно, как можно это удешевить. Удешевить и тупо. Всегда идем... Ценовой уровень компании, которая вот хочет приобрести, мы к ним можем подстроиться. Там плюс-минус. Кто на что потянет. Коллекция сама большая? В этом году очень большая получилась. Очень много материалов новых, интересных. Там еще вот Анжела, светлые испанцы. Да, у нас очень много летние, да. Вот и активный цвет, ривьера используется. Это испанские производители сырья. Есть французские, вот светлые, Анжела. Вот это? Французские. Знаменитые рукли. Угу. Такие нежные, цветущие. Понятно. А вот с той стороны у вас что еще? Это у нас в основном классика. Классика. А это фэшн, это классика, да? Да. Мы сейчас вот
итальянская компания по производству Сива. Такое... Мадонна. Нежное такое. Да, это бренд Мадонна с буковкой М. Очень... Сеточка. Да. Такой тоже пользуется на лето. Ну, по классике, в плане цена классики... пониже немножко, да? Да, да, ищем вот жаккардовые полотна, да. Которые... Жаккард 500-600 рублей. Густо. Да, где-то в этом районе, правильно. Еще у нас есть, конечно, и варианты, как стоковые. Стоковые, да, а там это цена... Уже, там цена пониже. Пониже. Пониже, да. Антикризисное предложение. Антикризисное, да. Эти такие маленькие партии, но по доступной цене. Да, конструкции все отработаны. Конструкции все отработаны. Годами. Минимальная партия у вас какая? 5 штук с размером. 5 штук на размер? Да. 5 и кратно 5. На цвет и, артикул. Размер. Артикул. И артикул. Артикул, цвет, размер. Да. Это тоже 5 штук. Это чтобы у вас брать. Но да. У ваших дистрибьюторов можно взять немножко и по штуке. Можно взять и по штуке. Да. Это наша вот такая, да? Ага, то, что видим. Тоже вот у нас использовалась на показе в нашем городе, на форуме, тоже имела такой фурор. Это коллекция РР, итальянский производитель. Сейчас захотели ее взять в эксклюзив на осень. Этого года. Ну что ж, краткое представление получили люди наши о вас. У нас еще знаменитая доступная чашка, это Спейсер. Доступно это что значит? Доступно по цене. Что там? В она цене? В пределах тоже 600. 600 рублей? Рублей. Размерная? Размерный ряд достаточно большой, до 100-го... 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 105 даже. 105Б. И да. Цветовая гамма? Ну, на сегодня черный в планах на лето... Телесный и пион. Ой, черный, телесный, и что ты говоришь? Белый. Бежи. Белый? Белый, да. Белый, белый телесный, да. Черный. Вот, это Михмеллер, да, то есть как немецкие производители. Чашка очень знаменитая, такая фирма. Хорошая. Да. И всего 600 рублей. Да. Вот, видите? Хорошо, спасибо вам большое. Сегодня наши зрители увидят вас и примут правильное решение. Значит, журнал «Белье и колготки», фирма «Глора», смотрите... Координаты фирмы, телефоны, звоните, работайте. Это то, что нужно сейчас. Сложное время. Да, фирме 19 лет. Видите, вот это, кстати, фотография у нас использована в рекламе в нашем журнале. Что пожелаем нашим читателям, зрителям? Зрителям приходить к нам почаще, одеваться. Красивые наши изделия. Мы всегда радуем. Нас любят. Мы это знаем и ждем еще большего. Ну, надеюсь, оценят вашу продукцию, и вам будет легче сейчас ее реализовывать. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо.